Уже в эту субботу нас ждет сенсационное интервью. Известная актриса Заворотнюк впервые выйдет в свет. Звезда сериала ⁇ Моя прекрасная няня ⁇ Анастасия Заворотнюк много лет страдает от страшного онкологического заболевания. У артистки диагностировали глиобластому. Она не появляется на публике и не дает интервью. Лишь иногда о состоянии Анастасии рассказывает ее дочь Анна. Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк готовится к интервью, которое она даст впервые после болезни. Об этом сообщает портал Popcake. Ожидается, что Анастасия расскажет о происходящем за последний год, о борьбе с раком и эмоциональных переживаниях, а также поделится информацией об инновационном американском лечении и прогнозах ее лечащих врачей сообщается на папкейк. По их словам, актриса сейчас чувствует себя намного лучше и может позволить себе проводить время с семьей. Напомним, любимая многими россиянами, актриса борется с болезнью с 2019 года. В сентябре прошлого года у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга из-за рака головного мозга, тогда же она и была доставлена в реанимацию. Ранее она проходила лечение в Польше, однако там ей не смогли помочь, и она вернулась в Россию.